Минэнерго России пристально следят за ситуацией в Крыму, жители которого сегодня могут остаться без света, если Украина, которая поставляет на полуостров более половины мощности, прекратит снабжение. Накануне компания «Укрэнерго» прислала уведомление о том, что с 1 июля перестанет подавать электричество в Крым и Севастополь. Согласно письму, произойти это должно было в полночь, но, как сообщил наш корреспондент из Симферополя, пока свет есть. Впрочем, власти федерального округа на всякий случай готовятся. Объекты жизнеобеспечения, социальной сферы будут снабжаться за счет мобильных ГТС, которые почти полтора десятка, перебросили в Крым после событий декабря прошлого года. Тогда, напомню, украинская сторона несколько раз, без предупреждений и объяснений, обесточивала Крым. Чтобы избежать подобных ситуаций, между Москвой и Киевом был подписан межправительственный договор. Россия тогда, по сути, спасла от краха энергосистемы Украины. Взамен было обещано стабильное снабжение полуострова. Срок действия соглашения до конца 2015 года.